И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Панцар. И как вы прекрасно понимаете, я решил поиграть за Фризу. Почему бы мне поиграть за нее? Давно уже не играл. Я ее немного подготовил, в том плане, что я ей докупил шакрамы, а именно 7-е. И она теперь стала лучше дамажить, намного лучше в этом плане стала дамажить. Вот, как видите, купить больше ничего не могу. Вот, ну и руны, понятное дело, руны. В инвентаре у меня здесь есть ключики немножечко, и в целом все как есть. Алтарь у меня такой вот там. Кстати, это что такое? Как сказать? Чего здоровье? 30, о, прикольно. Ну, до этого мы еще далеко. Вкачал вот этот скилл мерцание, я не знаю, получится юзать его, не получится. Заменил крик на него. Потому что мне щепка все равно больше нравится, да и она и более расход намного меньше. Вот, посмотрим, может, что я с ней и сделаю. Вот, щепочку нужно будет улучшать, однако. Вот, проклятие оставил, авось проканает и будет очень даже прикольно кинуть проклятие, а потом щепкой сверху добить. Ладно, погнали на ПВПшечку, а там посмотрим, что да как. Повезло, очень быстро нашлась игра, менее полуминуты, там что-то около 20 секунд всего лишь пришлось подождать, и вот она, ледяная локация для ледяной ведьмы. Конечно же, это то, что мне нужно. Вот он я, мы в нападении, туц. Никаких эмоций у меня, как видите, нету. Эмоции у меня только на танке, потому что он у меня есть. Ну, в смысле, на нем большие сундуки открывал, поэтому есть. Так, ладно. Так, Визард Катрин. Так, бэм. Вот, как видите, болты я убрал. Оставил крик, я вообще болтить не умею, и как бы в этом смысле не вижу. Вот, так что погнали. Нам добавили фриском хилку, так что все здорово. Беги, глупец, глупчиха. Так что немножко посаппортим. Не знаю, про канал или не про канал. Ёб твою ж налево. Беги! Так, окей. У нас щита нету. Отлично. Куда я полез? Господи, прости, надо щит еще включать, не забывать. Так, хорошо, ну что-то пошло не так вниз. Отлично. Так. Я буду, наверное, молчать все-таки. Что-то я как-то сильно сосредоточился и дурачиться, настроения нету. 2 часа ночи, как бы не сильно-то есть желание подурачиться, однако, почему-то. Не подскажете, почему? Так, отлично. Наш там уже заходит сюда. Такс. Оу, да. Твою мать, вот это, конечно, было сейчас опасно. Что я наделал?
Что я наделал? Я вовремя про проклятие вспомнил. Отлично. Воу, 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 легче, главное не вывалиться. Тихо, 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 тихо. Так, спокуха. Да ладно, надо было такие. Вот я сейчас... А, ну мне хил сейчас пришел бы в спину, сучил бы конкретно. Блин, вот это я сейчас затупил по-жесткому. Подставил всех. С защитой. Ладненько. Сейчас будет... О, ну я не самый худший. Но самый худший... Берс? Да ладно, вы прикалываетесь. Ну, Берс, ну ты что? 3-0-то. 3-0, ну ты что, Берс, давай. Я же в тебя верю. Отлично. Вот так вот и захват идет. Так, погнали дальше. Все, разбежались. Отлично. Погнали, 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 все. Чувак, без щита ты быстрее бегаешь. Еще будешь тащить? О, гномик, гномик тащит, молодец. Давай, гномик, прыгай, молодец. Ты можешь. Пошла жара. О, кстати, теперь он быстрее заходит на точку. Нету никого. Воу, ты что это был за звук такой? Бабах! Не беги! О, фак! Это было жестоко! Так ударить бедную женщину! Забыл просто щит поставить. Тут не поспорим. Поступил как лошара. Ну, опять-таки же, мы мало бы что сделали в этом плане. Так, ну ладно. Что я могу тут сделать? Куда выехал? А, смысл? Я сейчас и без этого могу тащить. Блин, туда спрыгивать просто смерти подобно. Не, надо было сразу же морозить, и это бы хоть что-то дало. Но это такое себе, короче. У него только на анимация началась. Это чё сейчас был за прикол? У него только анимация началась, и он сразу же меня убил. Не, ну это же явно нехорошо. Ну, в смысле, неправильно. В чем прикол? Ну ладно, погнали дальше. Я убил сам щит.
Я думаю, как я сдох. Я убил сообщит. Но это было прикольно. А ты... Как? Куда? Самый главный... Че за фигня? Вот смотрел на него. Ударил щеп. Он не до конца заморозился. Он был на леде уже покрытый. Блин, ну ладно. Окей, надо подольше. Блин, ребята, это неправильно. Блин, так у меня с этим дерьмово, как бы, поэтому я лучше это. Твою мать, они пушки строят. Это вообще нехорошо, блин. Ладно. Раз меня приглашают, надо заходить. О! Ёпта! Ты-то какого фига тут делаешь? Нафиг! А чё он так быстро бомбануло? И вообще мы уже ворота пробили, ну все в жопу. Захожу через главные ворота, и все будет хорошо. Пошла жена. Да ладно, мина сработала. Какого фига? Блин, мне кажется, она раньше так сильно не доставала, или так же сильно доставала. Блин, нифига себе, прикольно. Лучше я, наверное, всех людей бесил-то этой мины сраной. Ой, смотри, как сильно, наверное, всех бесил. Да жуть просто. Да что так долго-то? Мы в защиту, мы в нападении. Какого фига так? Я ненавижу эту игру за вот эти долгие возрождения. Ты просто как дебил возрождаешься. Да пошел ты! Да ты говна кусок! Понятно. Я теперь понял, куда тогда щепка ушла. Она ушла в стенку. Сейчас, по ходу дела, либо в гнома, либо в тотем ушла щепка, они перекрыли. Я думал, она работает немножко иначе, ну ладно. Я мало щепкой пользовался, начнем с этого, так что... О чем идет речь? Пошли все вон! Да хмух, суицидник Камикадзе. Что придумать? Что я могу придумать для нашей команды? Чтобы затащить. Вот это хорошо. А вот это фигово. Я опять забыл сраный щит. Я отвык от этих щитов всех долбно. Я просто сейчас как лошара выступаю. Я опять забыл про этот сраный щит. Нет. Щепка не сработала, не сбили ее. Я вообще, я просто не понимаю, что сейчас происходит. Просто куча народу стоит и не пойми, что происходит. Все, что я сейчас вижу, это я пытаюсь зайти на точку и все.
Какого фига он не... Блять, я ненавижу уже этот конченый скилл. Отмечены были те. Ну нет же, вылез, видать, кто-то, и все, все, сразу же я... Похуюсь... Не туда. Да ты тупое говно. Да, мы пофиксили. Отключишь через полкарта. Я сейчас пока бегу, нас точку захватит уже, так что пучком. Опять об этот долбанный щит убился. Не, ну я танк убиваю, и на том хорошо. И, да мы точку захватили, собственно, он на меня отвлекся, и мы смогли хоть что-то сделать. Так что не зря, не зря, не зря. Хорошо. Одну надо и несколько. Ладно, погнали. Не будем терять времени. И так слишком. Дофига их надо, сраного говно. Ладно, погнали. Пошли все в жопу. Да-да-да-да-да, чувак, ты правильно меня понял. Пошли все в жопу. Fuck off, черти! Yeah! Вот так надо побеждать. А че вы сразу бежите к этому рычагу? Ну и че, ну толк от этого? Господи, ну прибежали вы к рычагу, и че? Воевать что ли будем? Да нафиг надо, я уже... Во мне в печенках сидит ваша война. Пришел. Захватил точечку. Гном молодец, гном понял. Гном и эльфи, они всегда на одной волне. Все хорошо. Пришли, захватили точку. Все спокойно. Вот. Хилочки немножечко заработал. Конечно, не лучший игрок боя. Так бы еще кристалл заработал, было бы здорово. Но тоже неплохо. Ну вот и все. Самое главное, без каких-либо... Без какой-либо суеты все это сделалось. Все хорошо. Хорошо и хорошо. Победили. Самое главное, не растеряться. Ой, у меня на ЦП потов нету практически. Надо их создавать. Вот. Так, что я хочу? Снадобье. Ну-ка. Вот это вот. Сучку поставим. Фух. Не, в целом бой был прикольный. Мне он очень сильно понравился. Мне реально-нереально понравился бой, потому что он был такой прям вот весь как надо. И вроде как что-то делал, и вроде как ничего не делал. С другой стороны, как в конце затащил, все просто рванули. Я только смотрю, о, платформа. Хм, окей. Встаю, думаю, ну ладно, если что, начну морозить. Если что, начал морозить, затащил, просто как делать нефиг. И вот гном тоже молодец, просто вот, вот. Респект, конечно, это гному. То, что он понял, что нужно делать. Подошел, и мы захватили. Если бы я стоял бы один на точке, то враги бы чухнули бы, и не успели бы захватить. Но гном молодец. Гном. Тащер. Ну вот, на этом уже все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.